Нижегородская область перевыполнила показатель по количеству предприятий, участников нацпроекта «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий позволяет снизить издержки и себестоимость изготавливаемой продукции, а значит, повышает ее конкурентоспособность. При этом первые результаты производственники получают буквально через несколько месяцев после начала работы. Мы продолжаем реализацию национального проекта повышения производительности труда. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент в Нижегородской области в этом проекте участвуют 143 предприятия. Это больше планового показателя на 46%. У нас по плану должно быть 98%, но огромное количество предприятий выражает интерес к этому национальному проекту. Основной задачей мы для себя видели работу над прибылью компании и издержками. Наша задача была минимизировать себестоимость изготавливаемой продукции, тем самым повысив ее маржинальность. Раньше на участке скрутки применяли ручной труд двух сотрудников. Благодаря покупке недорогого оборудования себестоимость метра проводки снизилась с 15 до 13 рублей. Кроме того, при отгрузке со склада продукцию приходилось измерять вручную. За счет внедрения автоматического счетчика время протекания процесса сократилось более чем на 30%. Кстати, затраты на оборудование предприятие сможет компенсировать за счет субсидий регионального Минпрома. 4 месяца работы со специалистами РЦК, и вот заметны серьезные позитивные изменения в культуре производства и в качестве продукции. Это очень большая поддержка от государства. Средства, большие средства, у нас пока таких средств мы выделить самостоятельно не могли, у нас не было возможности. А сейчас в связи с помощью государства самого мы это делаем. Нижегородская область стала лидером в стране по количеству компаний-автопроизводителей, участвующих в нацпроекте «Производительность труда». Среди 143 участников национального проекта 26 занимаются производством автомобилей и автокомплектов. По этому показателю регион находится на первом месте по стране. Цель нацпроекта «Производительность труда» – обеспечить 5% ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевых отраслей экономики. Мария Бурова, Василий Лысков. Время новостей.